Привет, дорогие и уважаемые зрители Ютуба. Я Самвел Адамян, эксперт телеканала СТБ. Программа «Все будет добро». Я вам расскажу, как я борюсь со своей верой. Делаю это очень просто. Вот если мне что-то не хочется делать, я ничего не делаю. Я просто дальше валяюсь. А если что-то надо, допустим, срочно делать, я просто беру себя вот так за волосы. Потом бью себя вот так вот по одной щеке. Бью по другой. Потом могу разогнаться, честно слово, вот, разогнаться и в стенку головой удариться. Если надо. Ну, до такого еще не доходило. Ну, как я борюсь со своей ленью? Я просто себя заставляю. Я знаю, что надо. Я знаю, что кроме меня этого никто не сделает. Поэтому я вот так поднимаюсь. Мне тяжело. Я так беру себя. Давай, Самвел, соберись, тряпка, ты можешь. И потом так... Подивлюсь в зеркало, гляну, який я красивий, улыбнусь. І йду далі, делаю те, що мені треба. І лінь пропадає. Тобто я стараюся робити з позитивом, стараюся на роботу йти з позитивом, усипати, просипатися. Ну, коли лінюсь, звісно, це тяжело, я себе просто заставляю. Заставляйте себе, не лінітесь. Привіт, YouTube! Якщо тобі понравилось це відео, то ділись їм зі своїми друзями, оставляй коментарі і підписуйся на наш канал. І ти узнаєш обо всьому першим.